Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas três Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. As partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Я приветствую всех миром Господа Иисуса. Мы начинаем сейчас воскресную библейскую школу Христианской Церкви Маранафа. В этот момент, в котором мы живем, переживаем каждое воскресенье в 10 утра, когда мы имеем опыт контакта, научаемся больше от библейской доктрины, о Слове Божьем. И я хочу сказать добро пожаловать, кто получил приглашение, чтобы поучаствовать на этом богослужении, кому прислали линк, кто был приглашен. И, возможно, вы просто искали на Ютубе и случайно нашли наш канал. Я хочу сказать вам от всей церкви Маранафа добро пожаловать. И я приглашаю вас не просто посмотреть, а поучаствовать в богослужении, в этих моментах в присутствии Господнем. И мы начнем сейчас с молитвы. Мы будем взывать к Богу членов церкви Маранафа. Я приглашаю, давайте мы встанем на колени. Но вы, гости наши, кто только подключился к нам, если вы желаете, вы можете сопровождать нас в этом жесте или пребывать, как вам удобно. Мы взываем, Господь, о силе, которая в крови Господа Иисуса. Мы приносим пред Тобою, Господь, наши жизни, просим прощения за грехи наши, просим, омой, очисти нас кровью Иисуса, чтобы мы могли иметь общение с Тобой. Во имя Господа Иисуса мы молимся. Аминь. Можете присаживаться, и мы прославим Господа, мы споем Ему гимн. Я приглашаю вас, давайте петь вместе с нами, давайте хвалить, давайте поклоняться. Слова будут на экране, или вы просто можете благодарить, хвалить, поклоняться Богу. Сразу после этого пастор Жидовтигерус и Жилсон Соза продолжит тему этой воскресной школы. Я путешественник здесь, в чуждой стране. Я иду в свою небесную родину. Я был поставлен послом Божьим представлять Царство Небес. Я здесь,
на служении у моего царя. И это послание, которое он мне дал. То, о чем поют ангелы на небесах. Примиритесь с Богом прямо сейчас, говорит Господь мой Бог. Примиритесь с Богом прямо сейчас. Богом дано повеление, чтобы человек, грешник, раскаялся прямо сейчас и пришел к Спасителю. Потому что каждый, кто примет его, войдет жить в царствие. Я пришел на служение моего царя. Прекраснее, чем розовый сад, мой небесный дом. И там благословение вечное для нас всех приготовлено. Там только радость, наслаждение. Я пришел здесь послужить моему царю. Мы приветствуем всех братьев и сестер миром Божьим. Мы здесь поделимся нашим изучением на этой воскресной библейской школе. Каждое воскресенье у нас идет трансляция. Сегодня мы из Манаима транслируем в штате Спириту-Санту. Здесь у нас вчера проходил семинар, который состоял из занятий для наших братьев и сестер на нашем канале на Ютубе, на нашем официальном канале. И у нас было очень большое участие братьев и сестер, которые подключались. У нас одновременно пик был около 40 тысяч подключений, и все вместе около 190 тысяч подключений было. Тех, кто подключились и посмотрели семинар. Это было благословение для нас. И мы славим Бога за это. И сегодня мы продолжим нашу тему воскресной библейской школы, которую мы изучаем в отношении притч Господа Иисуса, относящихся к возвращению Иисуса. И сейчас мы изучаем притчу о десяти девах, которая записана в Евангелии от Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих. Сегодня мы продолжаем эту тему, потому что в предыдущих изучениях мы были проинформированы, что притча о десяти девах не только пророчески относится ко времени восхищение церкви. Господь Иисус также предупреждает верующих о том, чтобы они должны быть готовы, чтобы они бодрствовали, как церковь. И я могу даже напомнить некоторые вещи о теме, что мы можем здесь напомнить, что отец жениха – это Бог Отец, да? Во-первых, Он приготовил этот пир. Во-вторых, Он послал приглашение для брака своего Сына Иисуса. И на третьем месте это Он, кто дает приглашенным праздничные
одежды, да, ризы, которые представляют собой наше освящение. Итак, основываясь на этом, мы сделаем первый комментарий, и для этого я передаю слово пастору Жидалти Гейрусу, который продолжит доктринальное изучение сегодня. Аминь, братья и сестры, мир Божий. Мы здесь в Манаиме, Спириту Санту, вспоминая собрания, которые у нас здесь проходили. Мы всегда дистанцию поддерживаем. Мы далеко были. Я дома, он в студии, в церкви. Иногда у себя дома. Сегодня мы чуть поближе друг к другу. Может быть, лучше сегодня получится. Это пастор Жилсон, такой симпатичный, которого все знают. И я со своим спокойствием, как обычно, да? Во-первых, возлюбленные, мы проведем то, что мы всегда делаем. Очень быстрый такой отчет, данные, участие наших братьев и сестер в нашей воскресной библейской школе. И очень быстренько так резюме мы сделаем. По всему миру у нас участие сегодня. Самый большой из Соединенных Штатов. На втором месте, как всегда, Боливия. На третьем Португалия. И Доминиканская Республика. На четвертом, на пятом месте Венесуэла. Каждая страна имеет целое значение. Когда мы говорим Венесуэла, мы говорим о Кубе, да, о некоторых странах. Нужно понимать, что это настоящее чудо. Чудо существования церкви в таких местах. Когда мы переходим в Азию, в Африку, тоже. Вчера у нас были братья и сестры со всему мира участие, даже с Австралии, Новой Зеландии. Работа Духа Святого, она распространяется, но мы не переживаем в том, чтобы сказать, послушайте, что Евангелие будет проповедоваться, весь мир покается. Нет, такого не существует. Слово Божье, что Евангелие, оно для свидетельства, пред всеми, для всех. В бывшем Советском Союзе церковь Маранафа знают во всех странах бывшего Советского Союза. И есть также церкви в этом регионе. Когда эта церковь не с нашим именем, тогда пастора, которые в общении с нами, некоторые даже хотели поменять имя, мы сказали, не надо, самое важное духовное общение. То, что важно для нас, чтобы жить доктриной. Если мы в одном духе, в одном вере, в одном крещении, у нас один и тот же Бог, один Спаситель. Это важно, чтобы мы были одним телом духовно. Те, кто слушается Духа Святого, здесь, в Виктории, также повинуются в Рио-де-Жанейро, также в Англии и в других странах. Самое важное – это послушание. Поэтому мы одно тело. Тело – это не организация. Наша деноминация, церковь Маранафа, теперь объединилась с группой церквей таких вот. Это могло бы даже произойти, но это не то, что нужно. Это организация. Организацию можно объединить одну с другой, но это не будет телом. Тело – это не организация, это организм, в котором есть жизнь. У каждого одна и та же жизнь. Не может быть, что рука осталась, а нога куда-то уехала и живет сама по себе, да? Глава – тот, который повелевает всему телу, что тело должно делать. Если голова говорит «А», другая часть не может говорить «Б». Если говорит «Б», значит, оно не в том же самом теле. И Бог призвал нас к работе Духа Святого.
Если у тебя есть организация, у тебя есть структура организационная, у тебя есть уставы, эти вещи, они необходимы для того, чтобы административно люди заботились, нам нужно отчет перед правительством давать. Это на своем месте, организация, она существует. Организм – это уже совсем другое. Организм, он уже не слушается распоряжения человеческие, они слушаются определением Духа Святого. И никто не говорит, называет Иисуса Господом, как только Духом Святым. Когда я говорю Господь, когда Господь Иисус является Господином моей жизни. Вчера мы говорили о слуге, да? Мы вчера научились, что означает быть слугой. Когда мы видим, что мы слуги, тогда мы в зависимости от Господа. Когда мы передаем послание, которое исходит от Господа, те, кто в Господе, те, кто в духе, они понимают, о чем идет речь. А кто не в духе, тот не понимает. Есть выбор, который должен быть сделан. Евангелие – это выбор. Евангелие – это не религия. Религия, она извращает Евангелие. Потому что они сотворяют то, что у них в голове. Поэтому они отвергают все. Они будут отвергать действия Духа Святого, силу крови Иисуса, будут отвергать открытое слово. Вот я в слове. Нет, ты не в слове, ты в букве. Буква – это одно. Это все останется здесь. Мир продолжится, церковь будет восхищена. Буква останется, и ценности больше никакой у нее не будет, потому что Духа Святого не будет, потому что будет забрано среди удерживающихся. Но религия останется, и они будут продолжать пользоваться буквой, потому что они нуждаются в Духе Святом. Верная церковь, единственная, кто нуждается в Духе Святом, потому что она знает, что Дух Святой отвечает за восхищение, за подготовку ее. Она новая, она невеста, она должна приготовиться, она готовится Духом Святым. Она руководима, наставляема Духом Святым, а не человеческой головой. Когда мы говорим это, мы никого не критикуем, не говорим, что есть лучшие и худшие люди. Я думаю, что послушные, они хуже всех, потому что они считают себя хорошими, они считают себя слугами, рабами, потому что когда ты господин, тогда ты конкурируешь с господином Господ, тот, который имеет все, чтобы предложить тебя, ты говоришь, я не нуждаюсь, я был помазан, но мне больше это не нужно, я теперь делаю то, что я хочу. У тебя есть определение для служения, не существует служения без ординации. Ординация, она для функции определенной, чтобы исполнить специфическую функцию. Так, братья и сестры, когда мы делимся этим, то, о чем мы заботимся, у нас вчера был семинар на весь мир, конечно, не все смогли подключиться сразу, но объем был очень большой, очень хороший. Это все по-волонтерски, никто не обязан подключаться к Ютубу. Это те, кто хочет, но предупреждение было дано. Евангелие будет проповедано по всему миру и для свидетельства. Да? Евангелие, но для свидетельства. Китай, самая большая страна в мире, там самая большая популяция. В Китае был президент, он был евангельски верующий. Он был генерал. До Мао Цзэдунга, до коммунизма, Чанг Кай-шек его зовут. Он был генералом, был евангельским верующим. И куда делось это Евангелие? Евангелие миссии, евангелизации. Китай арестовал многих пасторов, да? Люди, которые умерли там, в тюрьмах Китая, после того, как коммунизм там настал. Евангелие прошло там. Евангелие прошло через Индию, самая вторая большая страна в мире. Это был протекторат английский, и англичане были протестантами.
и туда и много евангелистов отправились. Но Евангелие англиканское, которое называет себя христианством, Ганди говорил: «Я люблю Христа, но я ненавижу христиан». Почему? Потому что христианство, которое было проповедано там без основания, без Духа Святого, без трансформации. Сегодня посмотрите на Нигерию. Нигерия, она... Все слышат, что там происходит. Там самые ужасные абсурды происходят, что делают с молодежью. Арестовали 300 девочек. Никто не знает, куда их увели. Это не имеет отношения к Нигерии сегодня, но Нигерия была самой евангелизированной страной, самые большие евангелизации, которые проводились и в Соединенных Штатах. Там было огромное пробуждение в Соединенных Штатах. Уже сегодня они закончились. Сегодня оттуда вероотступничество идут, живут праздниками христианскими, смешанные с язычеством. Уже больше нет духовного развлечения. Ну, и это не наша проблема. Европа познала Евангелие с реформацией. Лютер, Кальвин, Звингли. Весь мир они евангелизировали. Теологи из Оксфорда, из Кембриджа. И я спрашиваю вас, где это христианство оказалось? Оно послужило свое время, но мир не может сказать, что Иисус не может приходить, потому что весь мир уже слышал свидетельство. Весь мир, все страны. И эта ответственность лежит на самом мире теперь. А еще и в отношении момента, в котором мы с вами живем, технология, которая сегодня существует, то, что говорится здесь, уже слышат одновременно в Японии. Я не знаю, они все еще участвуют. И если нет, когда проснутся, они посмотрят. Нет секретов. Бесполезно, да? Если есть интернет, весь мир знает. И что же важно, это то, что мы совершаем здесь. Видите, темы, которую мы изучаем уже столько времени, которую все знают. Сколько я себя помню, в традиционных церквях проповедовалось о девах. Потому что и говорили, что глупые девы, да, неразумные, это мир, а это не так. Неразумные девы в группе тех, которые были приглашены и не приготовили себя, не пободрствовали. Это то, что нужно понять. Почему? Потому что притча говорит о пророческом моменте, в котором мы живем. Если я начну проповедовать, что там девы, потому что Иисус там... Я целую историю могу рассказать красивую, все будут рады, да, оплот. Придет восхищение, а ты не приготовился. Тогда для чего это? Я спрашиваю, какая польза тебе иметь Библию, если это только буква? Потому что с буквой ты умрешь. Когда ты видишь Дух Святой, как Он дает откровение, как Он применяет Библию к твоей жизни, сразу есть реакция, есть плод. Если в прошлом вы имели переживания, это ничего не значит, потому что церковь живет пророческим моментом. Сегодня нужно быть в общении с Богом. Церковь – это не статическая структура, она не живет прошлым, то, что происходило 50 лет назад, и это все остановилось. Это все история. История хорошая, но она остановилась во времени. То, что нужно, это в этот момент, в который мы сейчас живем, быть приготовленным. Итак, мир весь заевангелизирован уже. То, что нам нужно, что нам нужно делать сейчас, о чем мы переживаем – это не теологией делиться, философскими вещами, философствовать. Философия – это форма жизни.
каждый живет своей философией. Я не хочу сегодня ходить ногами, я хочу ходить на руках. И ты можешь это делать, это философия жизни тоже. Любой человек может так поступать, но не только это. Это абсурдные вещи, но философия разделяет все, что можно. Это не то, что ты думаешь. Потому что человек рядом с тобой, он думает совсем по-другому, слышит те же самые вещи, а понимает по-другому. А люди сегодня увлечены разговорами со всякими проповедями для ободрения, да, эмоционального. «О, ты спасен!» Я хочу спросить, ты спасен, если ты себя знаешь, и ты знаешь, что у тебя нет этого опыта, ты никогда не слышал голос Божий в твоей жизни. Где тайна? Где открытие тайн? Потому что Евангелие – это тайна, это не религия. Религия – это что-то доступное для всех. Теология, патология, философия. Евангелие – это таинство. И мы сейчас взглянем, в чем эта тайна. Церковь должна приготовиться. Каким образом она приготовится? Итак, мы видим здесь некоторые группы, некоторых братьев и сестер. В отношении здесь в Бразилии у нас есть участие в Espírito Santo, увеличилось посреди 30 церквей, которые и из 30 церквей, которые имеют самое большое участие, здесь и из Espírito Santo 12, Рио-де-Жанейро 4, Баия 3, Сан-Паулу 2, Рио-Гранде-ду-Сул и Параиба. Итак, что же происходит? Сан-Паулу, который был всегда впереди, остался позади? Нет. Сан-Паулу, она двигается и растет, но другие растут тоже. И Спирит-Сант, который был позади, вышел вперед. Когда мы видим все это, передаем вам, мы говорим следующее. Народ наш, он трудится здесь, в Бразилии, за рубежом, в любой части Бразилии, в каждом штате, и мы ценим это. Некоторые здесь не появляются. Почему? Потому что это штаты или места с меньшим потенциалом. Но здесь, например, 510 участий для одной церкви поместно, это очень много. Здесь брат наш Кризалину из Белого Оризонти. Я знаю его, он мне звонил на прошлой неделе и говорит: «Жидалти, у меня здесь ребенок, который потерял отца, он пастор, ему 8 лет, он хочет с тобой поговорить». «Да, давай поговорим». Мы поговорили с ним, и разговор был настолько у ребенка возрушен, страдает, там отца потерял, плачет, сестричка у него там. Чуть постарше, он говорит: «Я хочу быть пастором, я хочу прийти на место моего папы». Когда ты слышишь это от ребенка, ты знаешь, что Евангелие – это действие Духа Святого. Если им не подходит для Белого Оризонти, то мне это подходит для народа, который заинтересован, который знает, что такое боль, что такое страдание, что такое чувство, который не заботится о том, чтобы жертв каких-то приводить, чтобы завтра мочь хоронить. Я спрашиваю вас, кто может спать, когда мы знаем, в какой ситуации страна наша находится, несмотря на то, что вместо того, чтобы уменьшиться, увеличивается количество. 37 миллионов людей заболело, да? 500 тысяч умерло. Нет, умер там в таком месте, другой в другом месте. Нет, у нас все сходится здесь. Мы все знаем, что происходит по Бразилии, во всем мире. Итак, те, кто умирает у нас, те, которые отошли к Господу, мы чувствуем, мы плачем о них. Мы потеряли пастора на этой неделе в паре. Драгоценный пастор Данил.
у него жена, две дочери осталось. Нам нужно это говорить. Мы не можем говорить это каждый день, но мы не можем не сказать. Братья и сестры, которые здесь, некоторые знают пастора Данилу. Если вы скажете, в другой религии никто не знает, а мы знаем, нам нужно говорить это нашему народу. Мы чувствуем, мы страдаем, мы один народ, мы одна семья. И некоторые иногда не понимают, но это нужно понять. То, что происходит здесь в Китае, происходит здесь в Бразилии, в Португалии происходит, мы здесь страдаем. Иногда приходят послания. Мы нуждаемся в ресурсах, потому что брат без работы. Правительство помогает только до следующего месяца, но он уже должен за оплату аренды. Только в работе Духа Святого. И мы радуемся этому. Мы здесь делимся отчетом. Люди устают, но это урок, который должен быть у нас. Истина, которым мы должны жить. То, что мы проповедуем, говорим, мы не можем избегать этого. Если мы этого не сделаем сейчас, кто сделает? Народ наш, народ объединенный, народ, который знает. Я не живу для себя, не умираю для себя. Никто не живет для себя и не умирает для себя. Ты не живешь только для себя и не умираешь только для себя. Всегда нужно понимать, что ты являешься частью тела. Более того, Духом Святым мы слуги Божьи. Мы те, кто служит, долус, да, соработники наши, которые вместе с нами служат тому же самому Господу. Нет ничего лучшего. Я был на рассвете. И я сказал, кто может быть достойным быть слугой Божьим? Мог быть другой избран. Люди есть лучше, чем нас, чем мы. А тот, кто позволяет нам называться слугами Его, это Господь Иисус, который умер смертью на кресте. То, чего мы не желаем для себя, Он сделал это за нас. Возлюбленные братья и сестры, много чего мы можем сказать. Пастор Жилсон продолжит. Я хотел только сделать коротенький комментарий о вопросах, которые были заданы, и дать некоторые ответы. Итак, пастор Жилсон уже сделал это в 9:30, сделал небольшое вступление здесь. Я хочу привлечь внимание всех вас. Иногда мы здесь комментируем, когда заканчивается, пастор Жилсон выставляет. Я поделюсь свидетельством ребенка. Ребенок сказал то, что я сказал здесь полчаса с тремя словами. Ты хочешь еще больший урок? Сегодня мы не зависим от того, что другие понимают. Каждый должен сегодня искать близости с Богом, если у него это осознание слова, пророческого откровения, которое в слове. Если у человека этого не будет, он не сможет идти по пути, потому его затянет разум человеческий. Это естественный процесс. Разум человеческий подвержен внешнему, то, что не от Духа. Но нам не интересно это, поэтому мы написали здесь, запомните слова. Религия или откровение. Религия тьма или свет. Детям нравится этот, и взрослые не знают об этом. Ребенку, да, и они отвечают, а взрослые не могут ответить, потому что взрослые уже знают все. До этого было только пару букв здесь, чтобы люди могли заполнить, да? Когда мы так поступаем, о чем мы говорим, да?
что интересно во всем этом? Потому что дети учатся? Нет, кто учится, это взрослые. Дети уже знают это. Потому что люди путают религию с откровением. Религия из разума. Откровение, оно отличается. Нужно зависеть от Духа Святого. И разница, она большая. Здесь ты можешь пользоваться в религии, теологии, философии, своим разумом, все, что хочешь. Ты создаешь рациональный разум, человеческий, который останется здесь, будет похоронен. А откровение нет, оно отправится вместе с вами в вечность, потому что оно от Духа Святого. Здесь тьма, а здесь свет. Религия – это тьма. Религия движется во тьму, потому что это путь человеческий. А откровение – это путь света, потому что граница человека – это время. А Бог, Он не ограничен, Он обитает во свете. Он говорит: «Я свет миру». И Он движется во свете. Это свет не тот, который загорается и тухнет. Нет, свет, который на оригинале говорит «фос». Когда говорится «свет творения», это «ор», да? Свет, который был сотворен. А в Новом Завете свет – это «ос». Народ, ходящий во тьме, увидел свет великий. Они увидели «фос». Даже в Ветхом Завете, посмотрите. Но когда он говорит о свете сотворенном, говорится «ор» на иврите. Это простые вещи, да? Никто ничего не усложняет здесь. Но здесь еще чуть-чуть я хотел сказать. Я знаю, что многие говорят: «Я не буду отвечать, потому что я уже все знаю». Не знаешь. Не знаешь почему? Потому что ты не применяешь на практике. Потому что когда ты начинаешь применять на практике, тогда все трудно. Читать и говорить что-то – это легко, а вот жить Словом Божьим – это сложно. И когда ты переходишь в откровение, тебе нужно жить этим. Если ты не живешь этим, то у тебя нет откровения. В этом проблема. Между одним и другим человеку в религии намного легче, намного проще, потому что в соответствии с его разумом он легко все это понимает. Он хочет, чтобы один человек приготовил для него что-то, что ему нравится. Всякая религия, она хорошая, она просто в небеса не ведет. Остальное все нормально с религией. Итак, вопрос звучит так. Ответьте библейским стихом. Я дам пастору Жилсону, он лучше ответит. Я просто хотел напомнить здесь. В вопросе здесь звучит, что отец жениха – это отец, да, в притче. Написано, что это отец? Нет, не написано, мы знаем. Потому что кто приглашает всегда отец? Для этого откровения не нужно, это ясно. Притча подразумевает об этом. Иисус часто говорил о главе семьи, да, отец, который приглашал там для сына на брачный пир, да. Он приготовил праздник, сделал приглашение на пир сына своего, да. Ну-ка, включите брачном пире обсервацию, которая была дана в прошлое воскресенье. Церковь имеет одежды. Верующий, когда принимает Иисуса, у него есть одежды, связанные с вечностью. Не одежда, сделанная из материала. Там образы используются, но не относятся к материальному. Им было дано облечься в весон чистый, да? Церковь представлена в святости. Весон чистый – это образ праведности святых. И это не просто
стена. Я вот здесь в Манаиме, и меня в мире никто больше не увидит. Я здесь буду кушать, здесь по чуть-чуть. То, что брат сделает мне там тарелочку, я буду здесь в святости, да, находиться. И я спрашиваю, это то? Нет. Святость – это свидетельство перед внешними церкви по всему миру, что мир вокруг меня, но не проник в меня. Это не то, что ты там святой, и ты больше мира не будешь познавать, ты умрешь там от голода. Я хочу спросить вас, это то, что Господь хотел? Нет. Иисус отделялся в определенные моменты, удалялся, но Он ел с грешниками и мытарями. И то, что они кушали, то, что религиозные люди не хотели кушать, Он вместе с ними сидел и кушал. Весон чистый и сияющий, да, блистающий, светящийся. Оно не смешивается с миром. Святое не смешивается с миром. Поэтому не, бесполезно приносить грех в церковь. Это все существует вне. Приносить грех внутрь церкви, пастор ты или труженик, чтобы наполнить свою церковь амаликитянами, люди, которые не заинтересованы ни в чем. Люди внутри церкви считают, что они пойдут на небо, потому что они заходят в дом молитвы и выходят, потому что однажды открыли свои двери церковь. У меня началась в доме, в нашем городе. А ты сегодня где? В мире? И в чем польза? А открой, потому что дверь, потому что я же хороший человек, потому что я был пастором. Открой мне дверь, потому что я был диаконом, потому что я хороший человек. Он говорит, я не знаю вас. Это крики неразумных, да. Это крик. Есть церковь, которая думает, что она криками откроет дверь. Иисус дверь. Он говорит, Бог закроет, никто не отворяет. Но Бог есть любовь. Он любовь, чтобы дать правду тем, кто любит Его, а не для тех, кто отвергает Его, который с другой стороны, со стороны Антихриста, врага. Нет мотива открывать дверь. Свет не горит. Светильник не освещает лицо. Он говорит, я не знаю вас. И дверь закрылась. И один товарищ говорит, ну теперь не откроется, но откроется потом. Каким аргументом откроется потом? Период церкви заканчивается, период благодати заканчивается, нет другой двери. Больше дверей для язычников нет, не будет второго периода, второго призвания. Когда я в школе учился, если ты не проходил один год, тебе на второй год оставляют, и потом проходил. В церкви такого верно и не существует. Есть проект, который заканчивается. Для язычников заканчивается проект спасения. Это проект благодати, за который ответственность на Духа Святого возложена. Они не хотят слышать Духа Святого. В этом проблема. В этот час кто приведет невесту, чтобы встретиться? Кто привел невесту Исааку? Илиезер, посланный отцом, он привел Ревеку Исааку. Нет другого, только он. Он был старший в доме отца. Он привел Ревеку, прообраз церкви, чтобы встретиться. Вот жених идет, вы ходите навстречу ему, да? Посмотрите, возлюбленные. Есть люди, которые читают, знают все, а этого еще не обнаруживали для себя. Притча о 10 девах, все ее знают, да, не нашли других вещей. Не знают, почему они неразумны. Может, ты тоже неразумный. Неразумные не там, не вне, они среди нас находятся, неразумные. Люди, которые не приготовились, которые оставили проект.
думают, что разговорами, криком дверь откроется. О, я из церкви Маранафа. Он говорит, я не знаю эту деноминацию. Я не знаю никакой деноминации. Я не знаю тебя. И дверь закрылась, да? Поэтому высветите здесь текст. Много званых, но мало избранных. Кто избранные? Верные. Ты был призван быть верным. Если ты не был верным, это не я разделение провожу. В церкви Марафа есть только верный. Нет, нет, это не так. Восхищение будет очень малого количества людей, очень малый остаток из тех, кто верит. Те, кто не верит, еще море их с названием, с христиане, евангельские верующие. Я не сужу никого, я просто говорю о том, что нам нужно всем понять. Другой стих, последний стих. И он ответил им и сказал: истинно, истинно говорю вам, не знаю вас. Не знаю вас. А, отчаяние, да? Все приготовил. Приглашение было дано. Чего же ты ожидаешь? Сейчас время приготовиться. Не, я ожидаю, что мы теперь изменим религию нашу. И изменим идею. У меня идеи поменялись. Пришло время, да. Церковь верна, она будет пребывать. Да благословит вас Бог. Вечером мы будем вместе еще на богослужении. Приглашаем всех вас. Пастор Жилсон, прости, что я затянул опять. Ты со своим терпением. Ты так терпением своим до вечности доберешься. Я хотел напомнить, что из Японии братья и сестры участвуют вживую. Я вот плохо о японцах сказал, они уже прислали ответ. Нельзя плохо говорить о них, видите? Братья и сестры, мы сейчас представим наши ответы, которые были посланы группами, которые участвуют, присылая видео. И мы переходим к нашему первому вопросу, который был отвечен. Он был задан детям, подросткам, средней группы. И вот вопрос здесь записан. Я не буду повторять. Почему? Потому что братья и сестры ее говорят. На этот вопрос ответит наша сестра Лиззи из Буэнос-Айреса. И Лиззи ответится на ответ на первый вопрос. Она задает вопрос и отвечает. А там мы перенесемся в штат Параибу. Здесь, в Бразилии, там Сара Мирелли из Кампина-Гранча. Она тоже ответит. Давайте послушаем. Здравствуйте все. Меня зовут Лиззи. Я отвечу на первый вопрос. Все девы имели светильники, чтобы участвовать для праздника. Да, как написано в Матфея 25:1. Тогда подобно будет Царствие Небес 10 дев, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Мир Божий, я отвечу на вопрос А и Б. Почему 5 дев не вошли на праздник? Потому что светильники у них были погашены. И когда Иисус сказал эту притчу, почему он назвал их немудрыми? Потому что они приготовили, забыли масло и не слушались отцу. Светильники у них были пустые. Очень хорошо ответили. Перейдем к фразе, которая относится к первой вопросе. Из штата Мараньяо брат Аугусту Шавес написал здесь, из города Маришал Хермес. Первый АБ. Ответ «да», потому что светильник горящий показывает лицо, освещенное светом, и жених может узнать этого человека. Второй вопрос говорит следующий. Тоже оно относится к детям.
Буква А говорит, почему 5 дев не вошли на праздник? И буква Б, почему Господь Иисус сказал притчу, назвал их неразумными? Давайте перейдем к ответу. Сначала мы перенесемся в Португалию. В Португалии ответ будет дан сестрой Ревекой, она из средней группы, из церкви в Порто, в городе Порто. Потом мы перенесемся в Минас-Жерайс, где Бьянка из говернадора Валадариса даст ответ. И в конце третий ответ, первый раз участвует с нами группа, два детей средней группы из французской Гвинеи. Это сестра Хуани будет на португальском, и Куау будет говорить на французском языке, ответит на вопрос, заданный на португальском. Давайте взглянем на эти ответы. В ответ в 2А 5 дев не вошли, потому что у них не было светильники горящими. Мир Божий. Мир Божий, братья. Ответ на вопрос 2. Буква Б. И почему Господь Иисус, когда сказал эту притчу, назвал их неразумными? Ответ. Потому что они взяли с собой своего масла. Мир Божий. Почему 5 дев не вошли на праздник? Потому что светильники были погашены. Кого? Потому что Господь Иисус сказал, причем назвал их неразумными, потому что они забыли взять масло с собой в свои светильники, и они были пустые у них. Мир Божий. Они из Франциской Гвинеи и из церкви в Амапе пастор Антонину заботится о них там, в церкви во Французской Гвинее. Поэтому они говорят на двух языках, португальском и французском. Теперь вопрос, относящийся к этому вопросу. Сара Басова написала из церкви в Мальборо. Она написала, масло помогает огню гореть, который выделяют слуг, отделяет от тех, кто не является слугами. Давайте перейдем к следующему вопросу. Третий вопрос наш. И третий вопрос звучит так, мы зачитаем его. В отношении неразумных, буква А, каковы были результаты того, что они не бодрствовали, не подготовились в этой притче о 10 девах. Процитируйте некоторые результаты. И третий вопрос ответит Мариза. Она из Кампу-Белу в штате Баия в Бразилии. Она ответит на третий вопрос. Я приветствую вас миром Божьим. В ответ на третий вопрос, буква А и Б, они потеряли право участвовать в праздник, как 5 неверных, потому что они не искали света, как написано в Матфея 10:32-33. Но кто отвергнет меня пред людьми, я тоже отвергну его пред Отцом моим, который на небесах. Мир Божий всем вам. Очень хорошо. Фраза, которая была опубликована на портале церкви Маранафа из штата Сеара, Анна Лусия да Силва из церкви Кишерамабин. Он говорит, из-за того, что они не послушались и не правильно отнеслись к призванию Отца, они потеряли благословение спасения, да? Переходим к четвертому вопросу. Четвертый вопрос у нас, четвертый, они уже к взрослым относятся.
Для слуги, что означает быть приглашенным в это время и не приготовиться? Опасность заснуть без запаса масла, елея. Этот вопрос четвертый мы направим в штат Парана, город Лондрина. И кто ответит? Это Лукас. Мир Божий в ответ. Четвертого вопроса мы можем сказать, что быть приглашенным на праздник и не приготовиться – это неразумный поступок, это сумасшествие, да? Как Господь Иисус сказал об этих девах неразумных. Сегодня, в наши дни, этот человек, когда он останавливается в процессе спасения, у него есть призвание, но в определенный момент он останавливается и перестает приготавливаться, перестает освещаться, берет на себя риск не участвовать в брачном пире, такой момент, ожидаемый верной церковью. Мир Божий всем вам. Очень хорошо, брат наш, ответил. Мы выделили еще одну фразу. И из Перу, страна Перу, церковь Трехило, сестра Карла Рохас. Опасность заснуть без запаса масла – это идти по пути спасения к... отклонение от пути спасения, идти в вечное страдание. Пятый вопрос, у нас два ответа. И оно относится к следующему. К разнице между отвержением и спасением. Вопрос звучит так. Дополните слова внизу, чтобы показать разницу между отвержением и спасением. Здесь уже, видите, у нас участие будет двух стран. Во-первых, из Португалии Даниэл Гонсалвес из церкви в Порту, а потом отправимся в Малайзию, где подросток Наими из нашей церкви в городе Ипо, недалеко от Куала-Лумпур, столицы Малайзии. Она даст ответ с рисунком на доске. Разница между религией и откровением, и религией и откровением, и тьмой и светом. Религия. Это религия, это тьма. Это отвержение. Откровение. Это свет. Спасение. Очень хорошо, преподавательница Ноэми. Ее брат Жозуэ писал на этот вопрос. Давайте перейдем к шестому вопросу. Шестой вопрос говорит: ответьте библейским стихом, который находится в Евангелии от Матфея, 25 главе, буква А. Все призванные будут избраны, буква Б, будет второе призвание после того, как дверь закроется, да или нет. Процитируйте стих. Буква С. Будет другой пир приготовлен для церкви, да, нет. Ответьте, почему? И шестой вопрос ответит Габриэль, она из Спириту Санту, она из церкви в Кариасике, она ответит на этот вопрос. Я отвечу на шестой вопрос, буква А и Б. Ответ А. Нет, не все призваны будут избраны. Матфея 22:4 написано: много призванных, мало избранных. Буква Б тоже нет, не будет второго шанса после того, как дверь закроется.
И мы можем увидеть это в притче о 10 девах, когда дверь закрылась, 5 неразумных пришли и получили ответ: «Не знаю вас», Матфея 25:12. И он ответил, сказал: «Истинно говорю вам, не знаю вас, мир Божий». Очень хорошо. Габриэль ответил: «А и Б», буква «С» теперь отвечено из Англии, брат Халлисон Сантус из церкви Бурнмоут. Он ответил: «Нет, потому что... Почему не будет другого праздника?» «Не будет, потому что брачный пир для церкви закончит период благодати для язычников». Хорошо отвечено. Переходим к седьмому и последнему вопросу, который относится к взрослым. Каков был ответ жениха для неразумных, чтобы войти на праздник? Процитируйте стих. И ответит на этот вопрос из Санты Катарины сестра Гози Келлер. «Мир Божий всем вам, братья и сестры», отвечая на седьмой вопрос воскресной библейской школы, который говорит: «Каков был ответ жениха на просьбу неразумных войти на праздник?» Ответ находится в 12 стихе 25 главы Матфея, в котором написано: «И он, ответив, сказал: истинно, истинно говорю вам, не знаю вас, мир Божий». Очень хорошо, давайте мы перейдем к фразе, которая была прислана из Спириту Санту, относящаяся к седьмому вопросу. Сестра Лена Мартинс из церкви Мата да Сеха написала: «Они не были идентифицированы, они не идентифицировали себя с вечностью, потому что не имели с собою света». Вечность света и вечность тьмы, да, те, кто пришли как со светом, вечность пойдут во свет, те, кто пришли без света, с тьмой пойдут во тьму. И да благословит Господь всех нас, давайте мы помолимся сейчас за детей, и чтобы Бог благословил их занятия. Господь и Бог, мы молимся Тебе в этот час, о силе крови Иисуса, о наших детях, подростках. И просим Тебя, Господь, чтобы Твоя рука была простерта над ними, чтобы они продолжали научаться Слову Твоему в этой воскресной библейской школе, чтобы в течение недели они искали лица Твоего в общении с Тобой. Благослови, избавь от всякого зла, особенно в этот момент пандемии, Господь. Те, кто имели занятия в школе, избавь их от всякого зла, благослови детей от 0 до 3 лет, те, кто на руках у мамы еще, благослови здоровье, поддержи в твоем присутствии, беременных сестер, благослови, дай избавление в течение беременности, в этот период пандемии, позаботься о них, Господь. Мы молимся о преподавательницах, наполни Духом Твоим Святым, и, будучи исполнены Духа Твоего Святого, они могут передать Твое учение для детей и подростков. Мы молимся к Тебе во имя Господа Иисуса. Аминь. Аминь. Мы приветствуем всех, кто участвует сегодня с нами, особенно детей и подростков, миром Господа Иисуса. В течение этого месяца мы будем изучать о семье. И на этом первом занятии мы увидим, что семья – это проект Божий. И как нам нужно хранить сердце наше учение Библии. Давайте зачитаем Бытие, 24 глава, 4 стих, так говорит нам Слово Божие. «Ну, отправься в землю мою, к родственникам моим, и возьми жену для сына моего Исаака там». 24:4 Бытия. Помните, что Исаак был сыном Авраама. Когда наступило время Исааку жениться, Авраам хотел, чтобы не просто какая бы то была невеста, поэтому он позвал Элиезера,
доверенного слугу и попросил, чтобы он пошел в землю Авраама, в Харан, чтобы он нашел там из родственников невесту, чтобы она должна быть из семьи Авраама, чтобы у нее была та же кровь и те же самые традиции. И Элизер, придя туда, он помолился Богу, прося знамение. Он говорит, чтобы девушка, которая придет и предложит ему воды и для верблюдов его, это будет невеста Исаака. И как только он помолился, вдруг приходит туда кто? Ревека. Ревека пошла к источнику за водой со своим сосудом. Элизер подошел к ней, говорит, дай мне воды. Она дала ему воды и набрала воды для верблюдов его. Знамение исполнилось. Элизер тогда спросил, ты чья дочь? И она ответила, что она из семьи Авраама. Благословение было полное. Там Елизер дал подарки и украшения. И она побежала в дом и предупредила семью свою о всем том, что произошло. И придя туда, Лаван, брат ее, позвал Елизера и говорит, «Ты можешь войти?» «Войди, благословенный Господом, мы приготовили дом здесь, чтобы принять тебя и животных твоих». Элизер вошел и там рассказал все, что он там делал, рассказал об Аврааме и семья Ревеки, что она поняла, что это от Господа. Они говорят, мы примем, чтобы Ревека вышла замуж за Исаака. Элизер провел ночь в доме родни Ревеки и на следующее утро собрался идти. Тогда семья говорит, подожди, пусть она хоть 10 дней побудет здесь. Элизер сказал, нет, мне нужно идти, потому что мне нужно рассказать Аврааму, как Господь благословил путь мой. И Ревека говорит, давай мы тогда позовем его, пускай она решает. И когда они ее спросили, пойдешь ты с этим человеком? И Ревека ответила, я пойду. Она решительная, она определившаяся, потому что она знала, что в этом браке был план Божий для ее жизни. Исаак и Ревека поженились и были верными Господу в течение всей дней своей жизни. И Господь благословил их обильно. Как это чудесно, когда мы слушаемся распоряжений Господня, как мы слышим Его голос и повинуемся Ему. Но, к несчастью, многие делятся учениями, которые против Слова Божьего, даже для основания семьи. Но те, кто верит Библии, они не обманываются, потому что Библия учит хорошо, как нужно основывать семью. Хотите посмотреть? Посмотрите, что написано в Бытие, 2 глава, 24 стих. «Поэтому оставит человек отца своего, мать свою, и прилепится к жене своей, и двое будут одной плотью». Итак, Слово Божье, оно ясно нам показывает, каков план Божий для жизни мужчины и женщины. Они образуют одну семью в Слове Божьем, истинном, неизменимом. В книге Матфея написано, земля и небо пройдут, но Слово Божье не пройдет. Господь сегодня приглашает нас молиться о наших родных и близких, чтобы они ценили этот проект спасения, который Бог установил для наших жизней, чтобы мы могли быть счастливыми и благословенными в нашей семье, чтобы мы могли нести доброе свидетельство, и Бог почтит нас. Да благословит нас Бог своим словом. Мы прощаемся с вами. Мир Божий! Если я говорю о великой любви Отца, если я буду говорить о великой любви Отца, я могу рассказать о великих благословениях.
Если я буду воспевать чудеса, которые он совершает, я буду петь ему во веки вечные. Велика любовь Отца. Он совершает чудеса. Когда церковь поет и молится непрестанно, он свят, праведен и верен. Он исполнит свои обетования. Вскоре он придет нас забрать. Маранафа. Иисус грядет. Вскоре он придет забрать нас. Вскоре он придет забрать нас. Я приветствую всех вас миром Господа Иисуса. Вы уже взяли свои инструменты на прошлом занятии. Я забыла сказать, для какого инструмента будет занятие сегодня. Это будет для гитары. Но все еще есть время. Пока мы будем смотреть на участие, сбегай, возьми свой инструмент. Я подожду тебя. Рикелми, 10 лет, он из Рио-де-Жанейро. Esse é o intermediário. Из средней группы Карлос Эстево, из Виктории, из Спириту Санто. Из средней группы также Мариана из Минас-Жерайс. Близнецы Лукас и Мигель из Рио-де-Гранде-ду-Сул. Вы удивляете меня. Импровизируйте. Некоторые играют весь псалом. Слава Богу! Гитаристы, итак, начнем. Итак, ритм этого псалма на поезде мы поедем. Это кантри. Мы уже выучили этот ритм. Приди быть среди народа. Давайте вспомним, как бить ритм. Да? Большим палец вниз, потом всеми пальцами вниз. Давайте взглянем, как это будет. Давайте взглянем на аккорды. Мы уже выучили ми мажор, ла мажор, и сегодня мы выучим аккорд си мажор с семеркой. Первый пальчик будет в первом домике на четвертой струне. Во втором домике у нас будет второй палец на пятой струне, третий на третьей струне и четвертый палец на первой струне. Давайте взглянем, как это выглядит. Давайте взглянем, как он вступлении в песеннике. Здесь вот вступление, да, написано. Точно так же, как и у других инструментов. Я сыграю в первый раз медленно. Аминь. Thank you.
Теперь вы уже выучили ритм, аккорды, можете продолжать изучать весь псалом из наших песенников с партитурами или с цифровками. И на следующем занятии давайте приготовим инструменты, барабанчик, да, который мы сделали, погремушку. Так что давайте заниматься, потому что плоды, они очень большие того труда, который церковь совершает. Посмотрите, как чудесно. Сейчас у нас будет время прославления. Мы прославим Господа вместе с группой из церкви в Самарканде, в Узбекистане. Мы всех обнимаем вас. Мир Божий всем вам. Слава Иисусу! Дети, подростки из Узбекистана. Это чудесно, как мы видим, что одна и та же самая работа. Как уже было сказано в течение этой воскресной библейской школы, пастор Жидоти говорит, а работа она одна и та же по всему лицу земли. Сейчас мы перейдем к вопросам для воскресной библейской школы на следующую неделю. Но хочу предупредить вас, что после представления вопросов мы представим также в конце QR-код, который уже линк на богослужение вечером, которым вы уже можете делиться. Уже приготовьте ваш сотовый телефон, камеру включите, потому что сразу после вопросов мы представим этот QR-код, и у вас будет возможность делиться. Итак, первый вопрос для воскресной библейской школы, он для детей из средней группы. Итак, основание, текст Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих. Мы продолжим изучать притчу о 10 девах. Первый вопрос. Дети из средней группы. Пророчески, какова личность Троицы, мы можем... ответственность на ком лежит? Крика полуночи. Кто крикнул, да, в полуночь? В полночь слышен был крик. Матфея, 25 глава. Итак, пророчески, когда в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. Кто сказал это? Отец, Сын или Дух Святой? И объясните, почему вы считаете, что именно эта личность... Она выкрикнула, да? Второй вопрос, также для детей средней группы. В отношении крика полуночи, да, каков был крик полуночи? Что было в этом крике? Вторая часть. Какое предупреждение в этом крике полуночи? Третья часть. Каково приглашение в крике полуночи? Итак, вы ответите, дети, и средняя группа ответит на эти три вопроса. Переходим к третьему вопросу. Она уже для молодежи и подростков. Следующий вопрос. В отношении крика полуночи,
Да, вы видите, это выражение продолжает быть выделено, да, основной фразой на следующей библейской школе. Итак, в отношении этого крика полуночи, ответьте, 3b и 3c должны быть ответены стихом из Матфея 24 главы, между 5 и 37 стихом. Найдите ответ на Б и на С. Итак, ать сначала. Каков день был назначен для крика полуночи? Какой день? Б. Это будет день или выражение «полночь» относится к времени? Очень легко понять, да? Или это будет период предупреждений и знамений? Итак, вы будете отвечать на эти три вопроса. Вопрос, часть Б и С, вы подтвердите стихами из предыдущей главы. Четвертый вопрос уже для всех. Крик полуночи, упомянутый в притче десяти дивах, будет происходить среди торжественных знамений, которые включают в себя звуки трубы в различные моменты. Исследуйте текст внизу и ищите, найдите ответ, выделя один или два стиха. Процитируйте только, не надо писать стихи, просто номер стиха, просто адрес стиха. Итак, у нас есть три библейских стиха. Софония, первая глава, вся глава Софонии. Матфея, 24 глава, с 29 по 35 стих. И восьмая глава книги Откровений. Итак, три библейских текста, которые вы будете изучать. И ответите на этот четвертый вопрос, используя стихи из этих глав. Итак, переходим к пятому, последнему вопросу на следующую неделю для всех также. 5а. Знамения, которые складываются в крик полуночи для всех людей мира, да или нет? И почему? На букву А здесь два ответа, да? Знамения, которые объединяются в крик полуночи, они для всех людей в мире, да или нет? И потом почему? И буква Б. И предупреждение. Для кого даны предупреждения? Так мы говорим о знамениях и предупреждениях. И предупреждениях во второй части вопроса. Так, вопросы мы передали вам на следующую воскресную школу. И как мы уже сказали, появится сейчас на экране QR-код, на который вы можете направить камеру вашего телефона для того, чтобы ваш сотовый телефон был направлен на приглашение к богослужению вечером. Богослужение, которое будет транслироваться из Манаима, и вы можете пользоваться этим линком для евангелизации. Это ресурс, который в нашем распоряжении. Берите богослужение, которое вы получили благословение, и также распространяйте, делитесь. Те, кто лучше знаком с Ютубом, вы можете его там найти на Ютубе и отправить. Или мы в социальных сетях также распространяем, в группах WhatsApp. Делитесь для ваших церквей, это ресурс в нашем распоряжении для евангелизации. Итак, я хотел напомнить вам также о программе для этого воскресенья. Сейчас в полдень трансляция из-за рубежа. И начиная с часа 30 для Большой Виктории у нас будет программа. И в 14 часов для всей Бразилии на Rede TV будет программа «Провозглашая вечное Евангелие». Потом в 3 часа будет программа для всей церкви, участие из всей Бразилии. У нас сотни видео, присланных каждую неделю. Это еще одна манера, которую у нас есть возможность, да, делиться к большему количеству содержания, чем которое мы можем показать 9.30 на воскресной библейской школе.
и вечером, да, для штата Испириту Санту в Большой Виктории, в каково времена трансляции богослужений на телевидении с 5 до 30 до 6 с понедельника по пятницу, в субботу в час и в час 30. Те же самые богослужения, которые на Ютубе. Нет, это специальное богослужение для ТВ. И мы приготавливаем структуру, чтобы выкладывать их также на наших цифровых каналах. И в воскресенье в час 30 до 2 часов. И в 2 часа сразу начинается программа «Провозглашая вечное Евангелие». Поэтому с 13.30 до 14, до 15 часов Виктории программа с христианской церкви Маранафа на всю Бразилию. Аминь. Мы подошли к концу этой воскресной библейской школы. Давайте помолимся и закончим богослужение. Мы славим Тебя, Господь, мы прославляем Тебя за водительство Твое, за наставление Твое. И мы просим, прими это время в Твоем присутствии, благослови нас, продолжай с нами, посещай нас, говори к сердцам нашим в течение всего этого дня. И мы просим во имя Иисуса Христа, да будет благодать Господа с нами, Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами, братья и сестры, со всем народом Божьим, сейчас и во веки. Аминь. Мир Божий всем вам.